Ну вот, сделаю вот такой тест со штативом и дополнительным освещением, уже более-менее мощным. Так, сегодня я делаю обзор на вот такой вот девайс. DC-DC преобразователь, что мне китайцы прислали. На выходе у нас обычная USB. И, наверное, еще вот добавлю вот такой вот аккумулятор. Попробую позаряжать. Это ж позиционирует как зарядное устройство. Кстати, блок питания от принтера. У меня есть видео на тему, что можно извлечь из принтера. Вот, собственно, оттуда я и взял блок питания 24 вольта, 1,2 ампера. Наверное, вам не будет видно или будет. Но, в общем, он может выдавать и больше. Вдвое больше точно. Может быть, когда-нибудь расскажу. Вот так, собственно, и выглядит. Вот мой старый штатив был. Сейчас он уже будет держать лампу. Вот так лампа светит. Кстати, работает от 8 вольт всего-навсего. Это 10-ваттный светодиод. Не знаю, как это будет светить. Штатив. О, штативом, конечно, уже значительно все лучше. Можно подстраивать там углы всякие менять и всякое такое. Так. Ну, в общем, когда-нибудь да расскажу про штатив.